сейчас собираюсь и пойду встречусь с подружкой. Мы с ней хотим сначала пофотаться, а потом сегодня еще показ у нас в городе. И мы хотим туда сходить. И я уже опаздываю. Сейчас быстренько соберусь, поедем. Я, кстати, первый раз буду на таком подобном мероприятии. Постараюсь ему что-то там снять. Я готова. Естественно, на встречу я уже опоздала и сейчас опаздываю, но думаю, на показ я успею. Вот такой у меня образ на сегодня. Еще будет сверху тренч, и я надену свои сапоги и таби. Мне кажется, получилось очень даже стильненько. Быстренько. Это была коллекция. Дизайнер Мария Курмова и ее коллекция Сырби. Я уже дома. Что я могу сказать, что показ мне очень понравился. Я первый раз была на таком мероприятии именно как гость. И учитывая то, что это было бесплатно, то есть вход туда был абсолютно бесплатный, я была в шоке от масштаба, потому что настолько там было все продумано. Было очень классное выступление группы, очень красиво пела девушка, были очень классные коллекции, был ведущий. И правда, я очень рада, что сходила туда, потому что, ну, это прям того стоит. Я получила просто невероятные какие-то эмоции. Там было очень много классных людей, повсюду камеры. И так как эта сфера мне очень интересна, я прям была и остаюсь в полном восторге.